Ребят, всем привет, с вами Джек, и мы снова продолжаем проходить Mount & Blade. В прошлый раз мы немножко ступанул и проебал все. Сейчас я же с тремя человеками боюсь куда-то идти, потому что эти твари, они теперь на каждом шагу. Раньше я их искал, теперь я просто, блядь, нищий брод. Я вас не боюсь, я буду сражаться. Блять, их 8. Морские налетчики. Давайте, я не знаю, давайте просто попробуем, потому что... Я не знаю, я уже пробовал, но это, блядь, пиздец, сложно. Мне даже не получалось, типа, сюда это... Хуй! Да там, у меня даже меча нет. Представляете? Меча нет. Как? Там тут виды. Социалкурский метод социопат. А где люди-то? Вы серьезно? Что, попал там хоть кого-то? Это очень плохо, потому что... Стой ты. А у меня даже топоров-то нет. Что ты орёшь там? Мне это очень сложно, я не знаю, что делать. Что ты умер? Ваши враги берут вас в плен. Так. Так, загрузка игры. День 8. Загрузим, потому что это мне. Это очень сложно. Я ушел далеко, где там куча этих людей. Бля! Сука! Я не знаю. Да выпей, ты ебал. Там, садимся, короче. Они берут нас в плен. Допустим. Давайте подумаем, стратегическая просто игра. Меня привезите хотя бы, где я шифр. Зелененькую. Так, вот то, что я договорился с чуваком, этим они заключили мир, это хорошо. Мне удалось сбежать. Они будут такие тупые, не видят. Ой-ой-ой-ой-ой, их куча, блядь, нападают. Мы по-тихому. Обошли, потом в Люблин пойдем. Блядь, так... Любим, кто-то есть. Да ёбан на тебя ворот, не знаю, ребят. Как-то сложновато сейчас будет, я так думаю. Их 14, меня 4, и то. Какие-то лохи. Понимаете, сейчас я называю своих ребят лохами. Ага, что мы кто, блядь, мы были охуенным станом. Так, куда я иду вообще, по какой? Пошлите в Драгобурь, это... Единственное, наверное... Шанс хоть что-то сделать. Да пройти сюда, куда, чтобы никто случайно не вылез. Апрель.
Первая, 1257. Рассвет. Срочно. Два человека. Чего? У меня не хватит на этот день. Блядь. Тогда что делать? Мне... Не туда. Нужно... А, петля. Блин, я просто, блядь, без понятия, что делать. Просто нереально понять, что я без понятия. Как-то... Хотя их 6 на 4, может, и ваш... Нет. Хотя бы, блядь, 2 человека, чтобы отвечать, что было. Быстрее, блядь, благое. Не смей даже меня, блядь, трогать. А я не смогу ничего сделать, потому что у меня... Уходим, ребят, быстрее уходим. Нет! Стойте. Вы похожи на наемника, еще один отвязник пришел бы. Нет, подержите оружие, не надо говорить. Так, может, не будем, если мне... Нет. А мне-то что? Я хочу с вами сразиться. Чему тупое, блядь? Их 78! Ваш войск готовится атаковать противника. А, еще Феррентис. Просто очень сложно. Да, но блин, я не могу делать ничего. Лучше мне дальше уходить. Увези меня вон на ту зелененькую штучку. Вон туда, правильно, красавчик чувак. Веди через мосток. Через сахар мосток. Я один. Плюс два. Надеюсь, хуй соседи. Да нахер мне в лагерь. Брежьте вон мой замок, блядь, это очень, честно, сложно. Получите, блядь. Сюда. В пырку вшита. Вшина. Я почти убрежьте. Спасибо, ребят. Вы мне очень помогли. Апрель 3 уже, полночь. Те, кто красный помечен, это наши враги. Важно, сейчас наберем врагов этих чуваков. Понимаете, как это? Они только днем чуваки-то появляются эти. А, то есть меня уже там не принимает. Бля, это очень капец. Это капец, капец. Кто вы? Что вы позволите себе мешать нашему? Бля, мы мир вам, не забывайте украшать свою славу. В чем дело? Я прихожу вести наши дела открыто, окей. А, да я еще и голос. Спасибо, ребят. Просто, блядь. Да, просто без понятия. У меня денег нету. Нихуя нету. Я просто в ахуе. Ладно. Пошлите в таверну. Может, там кто-то есть. Сегодня не этого сделать. 4 успешно подсказали лодочку. Это все охуенно, но... Чувак. Да. Но денег нету. Торговец. А, Джет.
Все получилось не совсем так, как я надеялся. Король Яроглед, разумеется, не мог не оценить моего вклада в безопасность города. И, конечно же, он благодарит за то, что я избавился от капитана. За деньги этот мерзавец врагов впустил бы в город. Все же, как-то это нечестно. Какая тут честность? Это же Кальрадия, мальчик мой. Короли творят, что им вздумается. В любом случае, ты умрешь и нет. Что ж, пожалуй, он наш первый, и это, наверное, дает вам право и на его оружие и кошелек. Хотя надеюсь, что пусть у него еще прощупывается. Для заведения было бы желательно прославиться как место убийства. Приветствую, меня зовут Низа. Уверен, вы его не слышали. Нет? Тогда ты умрешь. Что ж, я приберусь его. Окей. Хочу очков надо. Часть очков надо. Я с благодарным господин. Средних. Так, почему это? Если у вас. Если у семьи на деньги. Так, я доставляю выкупы за несчастных пленников, которых захватывают в бесконечных войнах. Обычно я путешествовать от. Так, иди нахуй. Но если по пути я встречаюсь кто-нибудь с одним или двоями пленниками, я делает небольшое вложение и большие деньги. Вы похожи на человека, у которого есть пара пленников на продажу. А меня вы сможете выкупить, если я буду в плен? Так. Так. Зависит. У меня нюх на цену. Я смотреет и говорит, голодает человек или каждый день кушает гуся и свежий хлеб. За дворян очень хорошо платить. Я знаю всех дворян как ради их имения. Наследники, дети, бастарды и долги. Сельбсферштенлих. А чего бы нет? Чувак, отдыхай. Ты первый начал. Кажется, Баянин Велимир неподалеку. Баянин Хадан беспокоится по поводу бандитов, которые рядом с ним голосовать может ему нужно. Дайте-ка подумать. Так что Баянин Мару беспокоится. Ты серьезно, что ли? Слышишь, ты, Кашка? Мне надо покинуть город как можно быстрее. Надо было сами знакомиться. Удачи. Так, оружейник, здорово. Мне у меня 50 денег. 50, что может купить 50. Цена продажи 2, цена продажи 800. Чтобы вот почистить, должны метрами 9. Так,
хлеб. Хлеб можно есть. Вкусно. Съешь. Так. Теперь у меня 850 монет. Что можно купить на 850 монет? Какую-нибудь шубу? Ах, эти шубы, блядь. Надо самый какой-то лошарский щит купить. 25-73, хотя бы за сотку. Сопротивление 8, типа ударов, да? 9, 109, 138, окей. Купим щит. Сюда. До свидания. Так, и пойдем в арт этот. Кольчужную. Мастер успешных дел. Я еще так, конечно, господин. Так, окей. Ну, у меня 741. 741. Надо купить 741. Дуплет 15 в защите. Так, 20 в защите. Так, давайте этот. Купим шапку. Сколько он? 28 021. Подожди, или это 22 в защите, 23. Давайте это купим, окей. Что нам, да, перчатки, можно купить хотя бы какие-нибудь, так, это кольчужные перчатки. 575, у меня 741 денег. Так, окей, 46 в защите, он стоит 1000. Я нихуя не понимаю, честно. Так. У меня 220, короче. 220. Что можно? Какой шлем мне, чтобы тебе такого купить за 220? Монет. 23, 22, 6. Все. Хоть что-то, если честно. Да. Вот он, я, чувак такой херенный. Будьте как дома, но не забывайте, что вы не в гостях. Так, простите, отправиться на ручную машину, хочу взять так. Ну, снимаем что-то. У меня сколько сейчас человек в отряде? Как вы думаете? Я вам скажу, у нас всего, ну, немножко совсем так. Нету несколько людей. 300. Лучше всего ночью гулять, так все такое. Ой-ой-ой-ой-ой, это очень страшно. Пошли в тырну сходим. По берегу. Так. Ой-ой-ой, ладно, не попасть никому, это очень будет сложно. Три. Так, давайте сразу сохранимся, чтобы без всяких там происшествий, потому что все делать заново. Извините меня, но нет. Спасибо. 9888 фермеры какие-то лошарские. Что, ребят, может как бы это? Попробуем? Сейчас что-нибудь сделать. Побыстрее, чувак, побыстрее. Нам нужно идти в Саравию. В Саравию быстренько сходим ночью, потому что ночью никого нету. Это что самое хорошее, так это ночь. Ночью никто не воюет, никто не ходит. Потому что ночь. Причтёт, что очень долго. Снята осада, и вот что всё происходит. Нет! А... Эй, почему?
Почему? Я не понял. Что за хрень происходит? Что мне в деревне делать? А, да, болит, он работает. Тяу. Меч. Здорово. Староста деревни. Добрый вам денечка, господин. Добро пожаловать в деревню Сарави. Я тут старейшина. Мне нужны кое-какие припасы. Нет, господин. Врагов окрест уже давно не видать. Пойдемте-ка в амбар глянем. Так, шерстяная одежда. Вот я немножко не понимаю, что... Так, есть тут еще? Нет, уйдем. А меня никто не хочет это... Как бы это... Что, какая есть еще деревня? Деревня срочно и поблизости. Я больше никуда ходить, извините, не собираюсь. Вот зачем? Ой, все, день. Это как бы очень бы сейчас печально. Вары, сколько их там людей. Варна. Пошлите в Триест сходим. Или мы там уже были, не помню. В Триест. Ребят, не помню. Вроде бы мы были. Нужно развивать замок. Мы сходим вот в Такмок. Такмок. Так. Нет. Значит, мы, наверное, либо мы там уже были, либо я не понимаю нихуя. Да они специально все это делают, понимаешь? Это что такое? Так, что делать? А, может, все тут не было. А, это королевство, по-моему. Так, окей. Стендупе. Отряд. Не могу. Так, персонаж. Очков 0. Всего 0. Лох. Лохом. И вот тут. Очень много чего. Торгород. Это как бы очень хуёво. Тут у него 26, у меня всего лишь так. 8. Таргород. Ночь наступила. На полях, садах, хреничных заботах трудятся люди. Селяне выглядят сытыми, а их животы здоровыми. Впрочем, некоторые селяне мне этого сделали ноль. Не... В общем, надо что-то принимать. Брежьте. Джурни. Так, я не знаю, что делать. Ждем рассвета. Нападаю на кого-нибудь. Не знаю, на кого-то. Королевство Вегерс. Вегерс и Верна. Фермер 9. Чего, попробуем? Да не ссыте, ребят, мы проебьем все равно. Вот сердце. Фермерок, стой. Фина. Фермер, тупые твари. Стой ты. А мы вас вам проебьем. Блять, я не знаю, у меня скорость 5-8, я его быстрее. На фермеров иди. Такая абсолютно тихо. Еще один. Ну ладно, он решил, да заебал я бегать уже, давай сразимся. Милостливый господин, да мы ведь всего бедные крестьяне из деревни Тырна. Товары, вот везем на базар.
ребята, надо кинуть просто. У меня 8, у него 9. 91. Хотя. Потому что... Хочу накинуться на них, потому что... Щит даже есть, ёпта. Это очень хорошо. Потому что... мне нужны деньги. Мне нужно все. Мне нужно нанять людей. Нет, это очень-очень сложно. Так. Их 9. Там какая две шаблоны прыгают. А мы выиграем уже все. Я хочу его убить. Все, мы выиграли. Ребят, мы красавцы. Мы красавцы. Блять, мы с кем должны быть. Так. Нож, что у них, цена покупки. Это все такое. Парашка какая-то у них. Раньше крестьяне всего там. Деньги, 1 динар у меня. Так. А сразу же сохраняйся. Заебался бегать, честно. Сохранились, так что... Иль Аларгу. Это как это Альдаир ибн Алахада. Так, у меня уже 12 людей. Это очень хорошо. Что это такое? Сюда иди. Сюда иди. Сюда. У него 5,7, у меня 5,8. Я хожу быстрее лошади. Бандиты, бандиты, остановите. Ну что вы как зацикло-то? Мне нужно немножко раз... Да, блядь, чуть-чуть совсем, ты не можешь его догнать. Ночь-то идет. Тут он проебется. Сорви. У него скорость 3,4, у меня 3,3. Он, конечно же... Да по снегу, потому что это лошадь, и все это хохри. Я похоже в толк, кстати, буду бегать. 5,5, 5,4, 0, 3,9. Да господи, всего 4 человека, они там, конечно же, на лошадях, вся хуйня, блядь, иди нахуй. Теперь за фермерами побегаем. Фермеры 5,6, у меня 5,5. Это нужно было по узкой побегать. Ладно, все, иди нахуй все. Вы понимаете, что это очень... Кто нападет когда-нибудь? Даже денег нету! А, я тут нормально хожу-то. Жучи. Ок. Я не должен трогать вообще, блядь, себя плетяпками. Так, что еще делать? Ой-о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 й. Крестьяне, блядь, какие-то. Он за мной бежит, понимаете? Что, куда можно идти? Ладно, пойдемте туда. Так, персонаж. Имущество. Поросенка сюда, давай сюда. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Нас 12 человек, это уже... Воров догоняй! Догоняй воров! Красавчик! Просто пиздец! Чего вы хотите? Как хотите, готовьте к смерти. Вас
3 придурка. Нас 12 охуенных чуваков. Я также говорил про 8 человек, но я не заметил немножко нерочку. И получилось 81 против 12. Смотри, какие ебать. У нас что? У нас все заебись. 3 воина, они могут разбежаться в разные стороны. И все. Мы с них нихуя. 3. Кстати, 1. Это они? А, деревья. Он же устал бежать. Блин, это печально, если что. Что если они убегут? Ебать, куда вы ускорились? Я как бы типа, чувак, ты что пешком убежишь? Когда готовьтесь к смерти, говорит они. Блять, он глотку дерет. Все грабители убиты. Предпоряд еще 14. Тут 28, тут 27, 27. Окей. Нам нечего покупать. Монеток я не знаю сколько взял. На рук надо будет продать. Ж 12. Воры 9. Нахерен тебе. Блядь, я просто не понимаю. Ты хотя бы сохранится. А не трогай меня, вообще не трожь. Пидорас. Блядь. Я выпишу тебя как рыба. Сколько их людей-то? 46. Может сделать по-другому? Я не знаю, не смогу ничего сделать, потому что это на лошадях. Это очень сложно. Очень. Хотя... Алло, ребята, что стали? Хотя в темноте... В тумане. Куда вы все убегаете, ёбаный тебе в рот? В темноте они ничего не видят. Да, очень печально. Это очень сложно, страшно. 46 человек. Это тебе не 20 и 81. Типа там бомжи какие-то были. Конечно, мы выиграли. Там лошади, лучники. Охуенная компашка. Венгерский новобранец. Новобранец. Ну все новобранцы, потому что ветеранов я. До ветеранов я еще не докачал их. Блин, мы так лучше ехать. Ах, ваш. Давайте посмотрим, может быть, он выиграет. Ваши потери, потери врага. Как нет? Я же убил. Это очень плохо. Так. Давайте-ка выйдем без сохранения и загрузим игру, ту, которая у нас только что была. Когда мы там это... Перед тем, как попасть к этим... Вот я. А, то есть я еще должен ходить. Не-не-не, нихуя, ты не пойдешь ко мне, нихуя. Да ебаный тебя в рот, что так происходит? Около реки идет. Вдоль реки. Ага. Один. За десятку. Сойдет. Идем, да нахер на тренировочно, идем в Никополь. В кулаках 54, это очень сложно, это очень страшно. Сейчас мы наберем. Ебать. Фирмы. Всего? 5.
Естественно, я вас... Противника, что ты, да почему? Что это такое? Фермеры, блядь! 60, сука, 3 фермера. Ебать, лагает. Вы понимаете, 63 фермера. Фермера? Какие хуям фермеры? Да, это эти, ну, блядь, ну что, не столько же людей, куча воров вон дети, то. У меня 5, 7, 4, 6, я когда-нибудь должен, должен. Значит, два. Джет, блядь, Джет, давай быстрее. Ну, чувак, можешь помедленнее идти хотя бы, пожалуйста, все. Нужны деньги, нужны новое. Все, нужно выиграть, чего вы хотите. Ты сейчас умрешь, чувак. У меня 12, у него 9. Как у каких-то крестьян может быть 63 войска? Не понимаю. Боевое преимущество 0 в случае победы. Повысит оно 0. А у меня преимущество 0. Так что у меня будет скоро. Не туда еду. Так. А ноль. Слушай, смотри. Так, замкнутый ряды. 4, да, нет, F4, наверное. F4. Замкнуть. Так, убиваем этого, потому что он немножко этот. Сейчас опять мы кинем. Крыса, ёб твою мать, опять. Понял, а кто разбавил-то?
понимаете, это лучше. Сурово. Так, сохраним все. Сохранили есть. Здесь 248-54 хочет нахватит. В общем, где мы там были? Тыр. Что пиздох? Засал, что ли? Против чувака там. А, он ждет. Ждет, блядь. Он съебет. 4-4-3-3, все съебалось. Так, куда мы вообще идем? Поэтому. У него тут на 6. 6. А не 66. Не 61. Или 16 даже. Так, что, ребят, готовы? Ничего, нормальная кучка. Вот сказать, я возобновил ту пару. Да. Что ты меня толкаешь? Фу. Совсем. Ту. А, они же на конях, да, блядь, очень хуёво. Блядь, и на конях-то пиздец сложно. Ребята, вы его сейчас не стоит. Стой, псина, блядь. Лошадина. Куда-то понеслись. Понеслись ты куда. Не знаю, что делать. Сука, чешется. Так. Ха, красавца, он съебался. Типа вы ебистый лучник, да? Че, мы выиграли? Три чувака. Два убита, один ранен. Потери противника. Все шесть придурков убиты. Это очень было сложно. Сопротивление 6. Сопротивление 9. Так, 9 в защите 25. 14 в защите ног. 14 в защите ног. Все. Ух ты, у меня тоже есть. У меня стрелы. Легкая кавалерийная пика. Это как бы сложновато было, если честно. Сохраняем все. А решил, блядь, напасть. Она напала, блин. Тырговщит, а то, что там оттуда, да, идёт. Окей. Джучи, это далеко идти, ток мог. Ничего путаю, я тут только что был, так что... А, оно было, но я не взял. Окей, у меня теперь 15 человек. Отряд. Да, все, все, мы всех, все и все приготовили. Окей. Хоть что-то мы смогли путного сделать. Так, замок. Дальше. Так, мы сохранились, я не помню, сохранились. Сейчас будем после каждого момента сохраняться, потому что это очень... Ой, ки... А, так я тут и пить. Горал. Был тут уже. Ну ладно, в принципе, мы идем в Пешет. Вегерс. Королевство. А что, королевство Вегерс этих очень много. Сколько их? 12. Ой-ой-ой, это кто там такой был? Кто такой чувак такой беспомощный? В хаме я ж могу пройти там как-нибудь, в хаме это. В принципе, я один иду. Потом можно сюда дойти, в Багдаде, в хаме.
Так, это очень просто будет сложно. Сумерки уже смеркаются. Так, сейчас мы наберем здесь, если деньги есть, и здесь. На конях не надо будет. Ну, в смысле, а также опять джет 15, 14, 15. Куда ты пошел, чувак? Пошли, чувак, что, один так один. 16 уже. У нас это же немножко побольше становится. Хотя бы человек 20 надо будет набрать. Если такое. И набрать, вот, и чего после, после разграбления. Типа нахуй сюда пришли. Так, что нужно сделать? Завербовать некоторых пленников суеты, выбрать книгу для чтения, прекрати жизнь, искать все приключения, игнорить. Восемь пленников, подождать некоторое время. Подождем. Нам кушать нет? Нет. Так, что у нас уже? О, видео сейчас стягивается. Мы сейчас вброд зайдем, нападем и умрем. У них драка идет. Козел за мной бежит. За мной бежит пидораст. Твари, да? Твари. В погоне за джет. У меня 3-2, он за 3, я тоже 3-2. Мы идем на равных скоростях. И он меня догоняет. Ай, блин, я не знаю, что делать. Сдавайся, или я выпрошу тебя как рыбу. 29 на 16. Блять, я не знаю. Если бы там денег хватило на техных потерях, у нас было 21. Хотя у нас преимущества никакого нету. Давайте просто. Они на лошадях, это слишком напрягает. Так они же снизу, ну ребята, да он. Они ёбнутся и упадут. Хотя что им падать? Я отвечал, 100% мы проебали. Хоть чуваки у меня и наученные на немножко уровень у них повышен, но мы снова проебем. Тишина такая. Так. Шумит там микрофон. Да, у меня ебать солнце, и нас сейчас любить сейчас будет. Они не в сторону хорошую выбрали. Их нас отвергнут. Я слышу коней. Слышал, да, коня. Ой, ебаный, в рот, ёб, твою мать. Быстрее тех убиваем, которые стоят. Одного я убил. Потери врага как нет. Как, блядь, нет? Скажите мне, пожалуйста, как нет? Все, есть. Вы встречаете у противника 28 в бою против. У меня 4 человека осталось.
видитесь, тут стоим и прощаемся со всеми. Ссылка, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк. Будем, не знаю, в следующей серии что делать. Комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем встречи, всем пока, увидимся.